критическую массу я набрала за последние 2 года, когда начала заниматься своим бизнесом и вышла на открытый рынок. И это все было очень страшно и непонятно, и в общем-то, стресса стало больше, радости меньше, несмотря на то, что это вроде как любимое дело. А так я с лишним весом с детства, поэтому для меня это не новость, и я как-то с этим жила, как-то жила. Вопрос в том, как, потому что ты ограничена в передвижениях, в упаковке своего тела в красивую одежду, в общем-то, в самовыражении, потому что там сил меньше, когда веса лишнего больше. В общем-то, много причин, удерживающих твою силу. А здесь, когда ты можешь проявляться полностью, вот прям полностью, конечно, другие ощущения. Это определение не только с мужчинами, это в общении с любым человеком. Вообще в самовыражении себя. Вот ты выходишь и не чувствуешь себя там просто человеком, чувствуешь себя звездой. Это разные вещи. Меняется все каждый день, я бы сказала. Да, у меня изменились отношения с партнером. У меня изменилось мое позиционирование в своей команде. У меня жизнь такой период, я хочу уделять внимание себе и говорить про себя, и в общем-то, думать о себе. Потому что я слишком много времени посвятила тому, что там загонялась, думала про кого-то, пыталась кому-то угодить. Женщины в нашей стране очень много несчастных. Они несчастные, они не хотят ничего с этим делать. Они хотят не любить себя, не любить своих мужчин, своих детей. Они хотят продолжать это насилие из поколения в поколение над собой, над всеми окружающими. Они хотят загонять себя в рамки и быть несчастными. Они хотят жреть, страдать и еще больше жреть и страдать. Ну, ты сейчас прям, Свет, сказала, как припечатала, очень позитивно, скажем, о том, что вот посмотрите на Светлану. Это возможно, можно снизить вес. И действительно, за килограммами стоят не только цифры этих килограммов и сантиметров. Вы жизнь свою можете изменить? Ничего страшного в том, чтобы работать над собой, идти к психологу, идти играть в игры. Нету вообще. Это весело, забавно. Это несет много перемен в жизнь позитивных. Ваша жизнь перестает походить на вот это вот порочный круг работа, дом, работа, скандалы и так далее. Это становится удовольствием.